Доброго дня, Николай. Здравствуйте. Ах, вы написали в связи раздельно. Всего хорошего, Николай. Доброго дня, Алексей. Добрый. Вот хочу к вам устроиться. То, что вы хотите к нам устроиться, это закономерно и само собой разумеется. Озвучивание элементарных и логичных умозаключений ставит вашу образованность под вопрос. Тогда извиняюсь. Когда говорят «извиняюсь», то извиняют самого себя. Уходите, Алексей. Доброго дня, Дмитрий. Доброго. А у меня большой вопрос насчет зарплаты. Слово «вопрос» самодостаточно. Его не нужно дополнять словами «большой» либо «маленький». Большим может быть вопросительный знак. Либо размер вопроса, если мы говорим сугубо о количестве слов и символов. Однако речь тут явно не о длине, Дмитрий. Грамматика нулевая, двери там.